Всем привет! Вы смотрите канал Просто Детки. Сегодня мы с вами продолжим проходить игру Амням Волшебство. По счету пятая сказка, которая называется Древняя библиотека. Она у нас, видите, на рисунке нарисовано привидение. И сегодня у нас Амням будет превращаться в привидение. То есть превращаться и во всех остальных тоже в миссиях. Но именно акцент будет сделан на привидение. Давайте получим наши кристаллики. Потому что, напоминаю, за них мы потом можем купить подсказки в игре. Нам нужно 250 кристаллов для того, чтобы купить 5 подсказок. Потому что у нас не оставалось ни одной, и мы поэтому было тяжело нам играть. Напомню, что я прохожу эту игру полностью, то есть с 3 звездочками каждую миссию. Поэтому пока не пройдем с 3 звездочками, мы ее записывать не перестаем. Поэтому если кто-то играл уже раньше в эту игру и кое-где застревал, то потом можете пересмотреть наше видео и пройти там, где не сможете, с 3 звездочками. Там, где не смогли, точнее, раньше. Итак, приступим непосредственно к игре, а то что-то мы заговорились. Не всегда получается с первого раза это делать, поэтому бывает нужно повторять миссии. Смотрим обучающую серию, точнее уровень, нажимая на привидение. И что теперь? Так, а что нам делать теперь с привидением с нашим? Ага, понятно, то есть привидение становится прозрачное, то есть его никто не может зацепить, и он никого не может. Поэтому мы вот перерезали веревочку, все мимо прокатились, кстати, шарики. Теперь превращаемся в амнямчика и кушаем нашу конфетку. Так, с почином, то есть первая серия, уровень пройден. И вот мы получили с вами еще 6 кристаллов. И смотрите, нам осталось заработать где-то 5 кристаллов, и у нас будут 5 подсказок. Давайте начнем следующую миссию. Сейчас подсказок нету, поэтому если мы где-то застрянем, то придется, не знаю, что делать, очень долго их проходить. Так, ага. Что же нам тут делать? Превращаемся в привидение. Теперь... А как же теперь? Может как-то вот так вот? Вот. Ага, нет. Чуть-чуть мы не так сделали. Все, понял уже, как его проходить. Смотрите. Превращаемся в привидение. Бьем конфетку. Она поднимается вверх, вот так вот. Теперь мы обрезаем еще одну вот эту вот. Опа. Все, и теперь кушаем нашу конфетку. Все, 3 звездочки у нас в кармашке. Интересно, когда же будет следующий приз? Пока миссии его еще не видно. Видно, звездочки пустые. Ага, вон, присмотреться, если то вправо, там в самом-самом низу, вот уже нарисован, по-моему, приз. Поэтому нам нужно осталось пройти 3 миссии до приза. Давайте поспешим. Ух ты, а что ж это здесь такое? И как это все дело пройти? Интересно. Так, давайте, может быть... Ух тышка. Давайте начнем. Вот так вот сделаем. Теперь будем... Не знаю даже. Вот так вот как-то... Ага, получается, дальше не могут обняма толкнуть. Теперь пробуем вот так вот. Все. Теперь мы превращаемся в привидение. Эти такие круги пролетают мимо. Обрезаем последнюю веревочку и превращаемся в амням и кушаем нашу конфетку. Смотрите, пока у нас все получается хорошо и без ошибок. Вот, я как и говорил, там вот внизу появился наш подарок. Поэтому осталось нам всего 2 миссии до него. Идем дальше. Так, опять мы можем превращаться в привидение. Только интересно, как же здесь что сделать? Наверное, нужно нам сначала... Что? Вот так вот. Ага, нет, не так. Как-то по-другому. Интересно, как? Не пойму я пока месть. Так, давайте попробуем так. Сначала мы
превратимся в привидение, обрежем нашу веревочку. Ага, нет, не получилось. Так, друзья, все, я разобрался без подсказок с этим прохождением. Даже пытался смотреть видео на других каналах, но там нашел прохождение только с двумя звездочками. Поэтому решил, что я хуже, поэтому взял и сам сделал. Смотрите, мы толкаем нашего амняма, превращаемся в привидение. Теперь обрезаем вот так шарик. И ему наш пузырик с конфеткой не дает упасть вниз. Теперь вот конфетка летит на шарике вверх и подталкивает шарик к пропасти. И теперь нам нужно просто успеть... Вот, обрезать вот так вот веревочку. Все, в итоге конфетка взяла звездочку и теперь вот летит к нашему мяму. Превращаемся обратно в него и прошли это все дело с тремя звездочками. Вот так вот мы молодцы. Поэтому, кто не мог пройти этот уровень или проходил его с подсказкой, можно делать вот так. Ну что же, давайте глянем, сколько мы уже прошли с вами миссий. У нас осталась всего лишь одна звездочка до 5 подсказок, скажем так. Да, мы только чуть-чуть прошли, вот 4 миссии. Кажется, что так уже долго, такие миссии сложные пошли. Не будем терять времени и займемся нашей игрой дальше. Так, ух тышка, а что нам нужно здесь сделать? Опять мы превращаемся в привидение. Так, ну что, надо нажать, наверное, на кнопку. Что нам это даст? Ага, нет, не так. Превращаемся в привидение. Ага, все-таки так. Вот. И что же теперь дальше, интересно? Ай, чуть-чуть я не успел. Наверное, нам нужно здесь... Все, я, кажется, чуть-чуть понял. Просто сразу не всегда получается. Нажимаем на кнопку. Обрезаем конфетку. Она катится вот так вот вниз. Превращаемся в амнямчика. И дуем его к конфетке. Все. Амнямчик довольна, и мы с вами тоже, потому что мы получаем что? Очередные 7 кристаллов. И что это значит? Сейчас вы увидите. Выходим в главное меню. Заходим в покупки. Подсказки. И вот, смотрим. 5 подсказок мы с вами покупаем за 250 кристалликов. Видим, амнямчик такой довольный, что даже сказал нам спасибо. Теперь, если мы где-то застрянем, то можно будет не ломать голову, а потратить одну подсказочку. Все тратить не будем, потому что еще могут нам пригодиться. Это только если очень-очень сложная миссия будет. Вот, видим, у нас 5 подсказок внизу. Смотрим, что это какая-то стрелочка нам подсказывает. Что же это значит? Ага, она разворачивается, превращаемся в привидение. Наша стрелочка идет к третьей звездочке. Разворачивается. И тут ее встречает амням. Все, от амняма никуда не уйдешь. Вот такая вот была простая у нас миссия. Главное было вовремя превратиться в привидение. Ну что же, идем дальше. Так, 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 так. Получается, нам, наверное, нужно что сделать? Сначала вот так вот, пускай стрелочка идет. Берет звездочку, идет обратно. Так, далеко она не уйдет, потому что она на веревочке. Ой, блин, надо было превратиться в привидение. Я засмотрелся на нашу эту стрелочку, поэтому забыл, что нужно превратиться в привидение. Так, теперь мы что делаем? Ой, а почему он упал вниз? Эх, надо было раньше. Опять не прошли. Что же мы так все делаем неправильно? Точнее, делаем правильно, просто не успеваем нажать все кнопки нужные. Надо было сразу вязать веревочку, когда он только... Ай, ну блин, ну как это? Зачем нам подсказка, если мы знаем, как это... Блин, да что ж такое? Мы все знаем, просто нужно правильно это сделать. Вот, смотрите. Все, и теперь включаем амнямчика, и он кушает нашу конфетку. Мало того, знать, как пройти, так еще нужно вовремя все нажать.
Ну что, скоро у нас опять приз, поэтому давайте к нему поспешим. Может, там будет еще одна подсказка? Ух тышка. Ага. Давайте попробуем. Интересная какая-то миссия. Ой. А что же здесь? А, мне надо в привидение превратиться. Что-то я сразу не понял. Опять забылся. Что он у нас этот раз привидение? Так, идем обратно. Так. Он так и может ходить до бесконечности. Давайте все-таки веревочку перережем. А как же нам теперь? Нет, что-то значит не так. А что же мы неправильно сделали? Интересно. Давайте попробуем еще раз. Все, понял. На мам-нямам нужно превращаться не сразу, а чуть позже. Вот, смотрите, да. Превращаемся в привидение. Ага, и он падает. Что ж такое? Какая-то сложная миссия. Нет, не так опять. Давайте попробуем следующее. Так, так, так. О. Как же тут все-таки... Блин. Так, все, я наконец-то понял, как тут что делать. Нам нужно сначала превратиться в привидение, чтобы он не упал вниз. Можно превращаться уже обратно. Теперь стрелочка наша идет. Опускаем ее вниз. А нямчик уже никуда не падает. И вот они тут встречаются внизу. Все. Он удачно схрумал конфетку, мы узнали, как проходить этот сложный уровень. Опять же, без подсказок. О, и вот шестая подсказка, как я и предвидел. То есть она уже скоро должна была быть, потому что давно их не было. В итоге у нас целых 16 подсказок... Ой, 6 подсказок размещался о 16. Поэтому я думаю, нам до конца игры хватит их уже. И смотрим, у нас осталось 3 уровня до нашего злого волшебника-паука. Но это только будет половина этой сказки. Так, ну что здесь у нас? Надо сделать. Ага, мы можем превращаться в мышку. Очень даже интересно. А интересно, мышка в шарик может залазить или нет? Давайте отпускаем стрелочку. Оп. Нет. Неправильно. Можно начинать заново. Надо, чтобы стрелочка не врезалась, получается. Как же это сделать? Так, для чего ж нам этот поддувало стоит? Наверное, нужно так стрелочке просто не дать... Вот, развернуться. А теперь можно и разворачиваться. Так, а как же здесь? Блин, нет. Надо было вот так сделать. Понятно. Как же, как же, как же. Давайте пока мы сделаем так. А если попробовать так вот? Ага, нет. Рано мы это сделали. Пробуем еще раз. Ну это ж неправильно. Так, ну что, я разобрался опять без подсказок, как эту миссию проходить. Смотрим внимательно. Взяли одну звездочку, главное ее взять в начале. Теперь берем вторую. Теперь падаем в шарик. Перерезаем веревочку, превращаемся в мышку. Лопаем шарик. И теперь наша мышка... Ай, чуть-чуть не догнала! Ну, в общем, смысл вы поняли. То есть просто чуть-чуть подвела реализация.
Можно сразу превращаться в мышку. Опа, убежали от нашей мышки. Ай-яй-яй-яй. Чуть все не пропало. Ну, мышка, ну что ж ты делаешь, мышка? Блин, только что пробовал, получалось. А вот теперь почему-то не хочет. Интересно, почему это так? Ой, да ну блин, рано превратился в мышку. Кто спешит, тот людей смешит. Как известно, такое правило. Поэтому простите, если вас смешу. Я честно стараюсь. Так. Может, надо выше немного вот так лопать его? Ну, вот, да, надо было просто выше немного, а я сразу начинал лопать. Ну, все-таки миссия пройдена, а это главное. Поэтому давайте не будем терять времени, пойдем наваляем злому колдуну-пауку. Осталось всего нам этот уровень, и следующий уже будет паук. Так, а теперь у нас привидение и маленький хам-ням. Интересно. Ну что, я так понимаю, вначале нужно превращаться в привидение. Давайте попробуем. Ага. Нет, неправильно. А как же тогда? Превращаемся в привидение? Вот так вот, нажали на кнопку. Прикольно. И что дальше? Теперь, наверное, нам нужно... Ага. Вообще как-то непонятно, что нам теперь нужно. Получается, может, обратно мы... Так, обратно превращаемся... Амняма? Делаемся теперь маленьким. Ай! Ну, и что теперь? Ага, все, я понял. Все, понял, понял. Теперь превращаемся вот так вот в стрелочку. Быстрее, быстрее, быстрее. Вот. И стрелочка падает к нашему мняму. И такой маленький мнямчик съел такую большую конфетку стрелочкой. Всего 3 звездочки нами опять получено. Сложная миссия, сразу было непонятно. Ну что, теперь посмотрим, как от нас будет прятаться злой волшебник. Смотрите, раз, и спрятался. Давайте его догонять. Так, ого. Что же надо сделать здесь сначала? Мы можем превращаться в птичку. Давайте сделаем это. Вот мы превратились в птичку. Нас теперь сюда вот к телепорту подвели. Теперь нажимаем на это. Волшебник. О, смотрите, он вообще улетел. Класс. Мы от него избавились, надеюсь, навсегда. Превращаемся обратно в амняма. Ой, и мы следом. Ух ты шка. А что ж надо было тут делать на самом деле? Превращаемся в птичку, это однозначно. Так. Однозначно мы выкидываем волшебника. И как же нам теперь что сделать, а? Так. Может, все-таки... Вот так вот. Что бы это значило? А как нам... Не, не так. Надо как-то по-другому, значит, делать. Наверное, все-таки надо делать... Сначала вот так вот превратиться в птичку. Теперь нам можно вот так вот стрелочку. Все, волшебник улетел. Теперь, смотрите. Ух ты, шка, опять не так. Хотя бы уже по-другому поступили. Как же здесь делать? Вот, видите. Ну как же здесь все-таки поступить? Нам получается, что нельзя давать волшебнику упасть. О, точно. Чё ж мы так глупо... Я сразу глупо сыграл. Вот мы можем телепорт полететь.
Все, а теперь пускай... Ай! Блин, уже понял, как проходить. Но опять реализация подвела. Все, превращаемся в птичку. Падаем в телепорт. Так, теперь нужно нам волшебника убрать. Вот мы это сделали. Все, а теперь дело техники. Смотрим, берем третью звездочку. И на палочке ведем нашу конфетку к нашему мнямчику. Он с Серегкой откусил конфетку. Все, вот мы наказали волшебника. Не просто у него забрали конфетки, а еще и выкинули его за карту. Так, мы с вами прошли ровно половину нашей игры. Нашей сказки, точнее. Все, теперь осталась вторая половина. Обычно во второй половине уровни сложнее, но ведь у нас есть 6 подсказок, поэтому мы это не боимся, то, что они сложнее. В крайнем случае мы воспользуемся ими. Но мне интересно все-таки без подсказок проходить, потому что нужно шевелить, скажем так, мозгами и стараться все делать самому. В крайних случаях только приходится это делать. Так, ну что же у нас здесь? А можно так попробовать? Вот. А чё ж так оно? Ну. Не получается. Нужно птичку превратиться, да? Ух тышка. Получается, туда конфетка упадет. Значит, как-то не так. Она, чтобы она пошла в обратную сторону. Как же нам это сделать, а, друзья? Может, надо быстро вот так вот? О, точно, надо быстро это сделать. Это первый этап. Теперь второй этап. Превращаемся в птичку. Ой, а чё ж она скушала? А, нам надо выше было, все, понял. Повторяем. И к тому же нам нужно, во-первых, еще здесь сделать разворот вот так вот. Все, теперь мы уже точно справимся, смотрите. Превращаемся в птичку. Обрезаем веревочку. Обрезаем здесь веревочку. Наша конфетка идет, оттолкнулась от ящика. Взяла третью звездочку от второго. И он тут ждет. Довольный как слон. И звездочки, и конфетка его. Ну что? Эх, не хватило одной звездочки до приза. Но ничего. Сейчас мы наверстаем. Ух тышка, что же здесь такое творится? Какой телепорт и как куда идти вообще? Нам нужно... Опа! Прикольно. Наверное, нужно вот так вот, чтобы стрелочка не попала в телепорт, может. А, нет, 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 нет. Сначала нам нужно сделать вот так вот. Теперь взять конфетку. Пускай теперь они все там бродят. Так, теперь может как-то вот так вот. Опа. Все, у нас стрелочка есть. А как же нам теперь... А, мнямчик может превращаться в птичку. Понятно, вот мы превращаемся в птичку. Сначала мы обрезаемся в телепорт, превращаемся в птичку. Эх. А теперь стрелочка, интересно, сможет туда подлететь? Ах. А, все, она теперь вообще улетит. Значит, что-то мы сделали не так. Как же так все-таки, что нам тут делать? Интересно. Давайте попробуем сделать так, как мы уже играли. А, все, я понял. Я понял, понял, понял. Нам нужно сейчас превратиться. Ой, нет. А, да, все правильно. Видите, он не улетел за карту. Поэтому сейчас мы спокойно вот так вот кушаем звездочку. Еще одну. И нашим ням сейчас превращаемся обратно. Падает вот сюда. На конфетку. Вот так все просто, когда знаешь, как проходить.
Так, 9 кристаллов нам дали опять. Нам, скорее всего, они уже не понадобятся, потому что мы не сможем набрать с вами еще там 250. Хотя, если 55 наберем, то можем взять еще одну подсказку. Идем дальше. Сегодня нам как-то миссии даются легче. Может, потому что уже мозги натренировались. И очень получается уже без всяких подсказок проходить. Так, ну а здесь? Что здесь? У нас тут есть две кнопки. Ну, ням, я в курсе, что ты хочешь кушать. Надо же потерпеть как-то. Превращаемся, наверное, в привидение. Или нет? Что же тут сделать? Давайте попробовать, потому что нам, наверное, сначала нужно все-таки синий открыть. Где ворота. Поэтому делаем вот так вот. Ага. Теперь мы можем открыть желтые. Для этого лопаем шарик. А-а-а, блин. Так, мы уже, получается, взяли все конфетки, поэтому звездочки. Теперь превращаемся обратно в амняма. Эй, а почему не можем? Сильно далеко нас занесло. Да, не получается. Придется переигрывать. Но смысл прохождения игры мы поняли. Поэтому, я думаю, сейчас это уже будет не так сложно. Так, превращаемся. Теперь падаем вниз. Приобщаемся. Ой-ой-ой-ой. Мы рано превратились. Что ж ты сделаешь? Давайте тоже поспишь. Где нас спешишь? Так. Теперь мы падаем вниз. Звездочку, превращаемся в привидение. И теперь уже обратно. Ой, блин. А, ну все получилось. Тот шарик укатился далеко, поэтому если бы стрелочка сейчас добежала до края, то она попала. И опять бы пришлось переигрывать. Но все закончилось благополучно, поэтому можем играть в следующий уровень. Так, ого, что это у нас за конструкция такая? Получается, здесь у нас... А что ж у нас здесь? Так, нам тут как-то надо... Давайте, в общем-то, пробовать. Потому что иначе тут не разобраться. Так, разбиваем вот это вот все здесь. Теперь... Ой, не, неправильно. Получается, наверное, все-таки надо вот так вот. Точно, смотрите. А, прикольно. Теперь что мы делаем? Бежим вот так вот стрелочкой. Запускаем ее обратно. Она еще раз разворачивается. Эх! Ха-ха, не получилось немного. А как же нам тут сделать? Надо, получается, угадать. Не, не помогло. То есть... Так, так, так. Чтобы потом сразу... Покатилась вот эта вот вся конструкция. Мы, наверное, уже превращаемся в привидение. Надо будет рассчитать просто. Нет, надо все-таки, чтобы там не было ничего. Ай, не успели. Надо раньше немного нажимать. Что ж поделаешь. Так, пробуем еще раз. Ай! Фух. Чуть опять не запорол все это дело. Ну что ж, так же самое, как и первый. Ой, ну когда у нас уже получится, а? Тут просто нужно, чтобы повезло. Идеально просчитать время. Для этого нужна практика. Ну что, пробуем? Ай, ну блин, забыли в привидение превратиться. Сразу превращаемся в привидение. Идем. Разворачиваемся. Разворачиваемся еще раз. Вот. А, он там не мог прокатиться. А я думал, что он прокатится. Все. Превращаемся опять в амняма и кушаем нашу конфетку. Ух, и сложная миссия получилась. Сколько раз пришлось переигрывать.
Вроде бы все видишь, все понимаешь, а сделать не получается. Ну, ладно, скоро будут плюшки, вот еще один сюрприз. Точнее, подарок. Смотрим. Осталось у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6 миссий пройти, и седьмая будет злой волшебник и конец этой сказки. Так что осталось не так уж и много, поэтому можете посмотреть эту игру до конца. Как нам тут что сделать, кто знает? Очень интересно. Получается, мы можем превращаться в птичку. А как же нам тут... Интересно, интересно. Ну, тут, наверное, мы ничего не сделаем с первого раза. Разворачиваемся. Так, куда нас несет теперь? Так. Что-то опять не так. А если так сделать? Не, наверное, все-таки надо раньше превращаться в птичку. Хм. Если бы стрелочка в другую сторону смотрела, было бы, конечно, интересно. Ну а что не так? Блин. Так, наконец-то я понял. Я совсем забыл про вот эти наши... не знаю, как их назвать. Пшикалки. Так. Мы ведь можем стрелочку отталкивать и не давать ей... Превращаемся в птичку. Так, толкаем стрелочку нашу подальше. Опять превращаемся в амнямчик, он падает вниз. Стрелочка разворачивается. Амнямчик как раз летит. Превращаемся еще раз в птичку. И она встречает конфетку вот здесь, на краю пропасти. Все, опять без подсказки мы проходим с тремя звездочками эту миссию. У нас уже 16 кристаллов. Скоро такими темпами будет 55. Идем дальше. Так, а тут что-то вообще очень интересное. Надо с чего-то начинать. У нас тут, получается, есть и птичка, и привидение. Ну, давайте начнем, наверное, вот так. Ух ты! Не, наверное, все-таки что-то не так. Ну, да, просто раз и проиграли. Придется переигрывать. Может, наоборот здесь нужно? Не, ничего не получается. Пробуем еще раз. Так, кажется, я понял. Нам нужно вот эту центральную веревочку перерезать. Превращаемся в привидение. И берем одну звездочку. Теперь нам нужно что сделать? Перерезать вот так, наверное. Точно. Обрезаем совсем... эту вот веревку. Все, и конфетка теперь никуда не падает, просто катается. А мы спокойненько превращаемся в птичку и ловим ее. Вот такие вот истории интересные получились. Переходим к следующей. Так, вот эти вот с такими деревянными конструкциями мне очень не нравятся, потому что тут тяжело все продумать. Тем более у нас тут привидение, мышка, привидение. Ничего себе. Давайте попробуем все-таки. А что мы попробуем? Даже не знаю. Ну и все. А что мы тут можем сделать? А, он же падает вниз. Понятно. Превращаемся в мышку. Все, теперь превращаемся в привидение.
Ам, съели. Тю. А я думал, такая сложная будет миссия. А так вот ее с первого раза и прошли. Бывают же все-таки радости маленькие в жизни. Так, глянем, сколько там еще, по идее, 3 миссии нам до этого волшебника. Да, вот 3 миссии, 4-я волшебник. Не будем терять времени и пойдем сразу к нему. Побыстрее, чтобы было. Ух ты, тут вообще что-то чудо-юдо какое-то. Так, привидение у нас есть, мышка и птичка. Какой-то шалаш надо мне, он стоит прям. Ну, так. Даже не знаю, что и сказать, друзья. Надо как-то пробовать. Может, так вот? Теперь, а нет. Не так, не так. Так, переигрываем. Так, ну что, друзья, наверное, настал момент, когда нужно воспользоваться подсказкой. Как это не печально, но все-таки не хочу ломать голову сильно долго. Уже и так сколько времени играем в эту игру. Поэтому я устал и хочется передохнуть. Так, это я и так понимал, что надо делать. Перерезаем здесь. Ух ты ж, ага, вот так вот надо было попасть, а мне это не получалось. Вот так вот. Ох, ничего себе. Да, так нереально вообще все сделать, вы видели, как этот? Получается, каждую секунду нужно было что-то делать, и догадаться практически нереально. Поэтому вот так вот мы... взяли подсказку. Ну, у нас их еще все равно остается 5. И скоро должны нам еще одну дать. Так что невелика беда. Идем дальше и смотрим, что же там будет. Так, так, так. Ага, стрелочку нам можно куда-то толкнуть. Давайте ее вот так вот попробуем сначала. Может быть, она сюда? Полезет. Ага, вот так вот, да. Теперь лопаем наш. Не достает, смотрите. Я думал, достанет. А как же так получается? Интересно. Так, а что же нам делать? Амням может превратиться в привидение. Но в любом случае нам нужно как-то сюда попасть. Ха, интересно. Эх, не-не-не. Лопнули случайно пузырик. Так, ну что, давайте делать вот так вот. Толкаем нашу стрелочку вверх. Теперь нам нужно расчистить путь для этой стрелочки сюда вот шариком. К шарику ко второму. Иначе... для чего он там есть? Перерезаем. Вот так вот. Подлетает вверх. Отлично. Так, теперь нашего амняма, наверное, нужно сюда вниз кинуть как-то. Для этого превращаемся в привидение. Все, хватит. Интересно, он сейчас никуда не упадет, если мы возьмем третью звездочку? Нет. Лопаем пузырик. И наша стрелочка теперь идет вниз. К нашей мышке. Вот так вот, друзья. Все, без подсказки очередной уровень мы прошли. Так, смотрим, сколько их осталось. Ага, осталось всего 2. Ну что ж, приступим. Так, предпоследний уровень, наверное, один из самых сложных. Смотрим, как его проходить. У нас всего лишь одно превращение, это в маленького вот такого вот амняма. Интересно.
как тут что теперь сделать? Давайте попробуем в нее превратиться. Опа. Нажали на кнопочку. Взяли одну звездочку. Теперь нам, наверное, как-то нужно одну веревочку обрезать. Главное не промахнуться, не обрезать две. Перерезали. Так, а может, в принципе, нам надо и две их перерезать. Давайте посмотрим. Ой, нет. А как же это так? Нет, давайте переигрывать. Что-то здесь все-таки не так, нечестно. Как нам взять одну эту... Точнее, третью звездочку? Вот, допустим, мы превратились... Дальше. Для чего-то ведь тут еще есть вот веревочка. А для чего она тут? Давайте попробуем перерезать. Может, надо как-то вот сейчас перерезать? Ага. Вот, все, понятно теперь для чего. Теперь все стало на свои места. Наша конфетка прилетает к амнямчику. Был маленький такой, стал большой, когда я слопал. Вот такой вот предпоследний уровень. И смотрите, в следующем уровне у нас будет волшебник и приз. Давайте посмотрим, как от нас будет прятаться. Ну что, как ни крутите, а каждая сказка занимает вот где-то 40-45 минут. Это если знать все наверняка и идти быстренько по миссии, то да, можно пройти быстрее. А так как мы играем в нее первый раз, то приходится задерживаться по несколько раз на одном уровне. Но зато во всех наших прохождениях везде три звездочки. Так, у нас два превращения. Привидение и птичка. Давайте возьмем одну звездочку. О, нет, так не получится. Не состыковочка. Так, а что же нам тут делать? Может, как-то нужно вот так вот сделать, чтобы шарик туда не мог прокатиться. Точнее, конфетка. Берем звездочку. Вот. Нажимаем. На кнопочку. А что теперь дальше? Может, берем вот так вот... Нет, не то. А как же здесь? Давайте подождем. Нет, опять не так. Что ж ты сделаешь, а? Давайте пробовать сначала. Так вот. Ой, не, опять не так. Опять это сложная последняя миссия. Нажали на кнопочку. Нам, наверное, как-то нужно это все дело куда-то вот отбуцнуть. Этого волшебника отправить во свояси в шестую сказку. Но как это сделать? Для начала берем звездочку еще одну. Надо же нам третью звездочку взять. Так. Нужно, главное, тут угадать. Нет, он сразу вон сюда. Или нам как-то нужно в птичку превратиться. А зачем нам привидение? Ага, все, я понял, друзья, понял. Без всяких пауз и подсказок. Смотрим. Делаем вот так вот. Все, меня осенило. Для чего нам здесь привидение? Я что, думал. Смотрим, превращаемся в привидение. Падаем вниз, берем звездочку. Теперь вот у нас этот рычаг открылся. Превращаемся обратно в амняма. А, не-не-не. Нет. Что-то осенило, не осенило. А почему-то не до конца осенило. Я думал, что мы его толкнем. Если бы мы были маленьким амнямом, то все бы у нас получилось. А так как мы большой амням,
сожалению, не получается. Давайте как-то пробовать. Давайте вот так вот раз, пока он дует. И теперь летим сюда. Ну, чуть-чуть буквально. Обалдеть. На что ж еще нам надо? Вот скажите. Так, ну что, друзья, давайте накажем этого злого паука. Я, по-моему, понял, как проходить эту миссию. Как всегда, после пару неудачных попыток, потом приходит понимание. Смотрите, превращаемся в привидение, берем звездочку вторую. Теперь превращаемся в амняма. Вот у нас уже эта блокировка с его тачки, с паука снята. Превращаемся в птичку, смотрите. И толкаем эту повозку подальше. Вот так вот, все, мы от него избавились. Теперь спокойно берем третью звездочку. Ага, спокойно не берем. Потому что она... Он... Конфетка не может упасть. Обалдеть. Перестарались. Надо одновременно с тем, как падает волшебник. Давайте здесь конфетку эту вниз перетащить. Со прохождения вы уже поняли, надеюсь. То есть делаем вот так вот подкоп. Все спокойно. И вот конфетка сюда падает. Проделаем все остальное. Толкаем его вниз. Он уезжает. Все. И теперь уже спокойно эту звездочку. Скатись, конфетка. Эх. Ну, давай. И к нашему амнямчику. Блин, надо было отщелкнуть. Такая вот незадача. Приходится последнюю миссию проходить много-много раз. Но я же говорю, что не играл раньше, поэтому вот то, что понимаю, вам все говорю. Видать, все-таки не до конца все понимаю. Включаемся привидение. Обратно. Толкаем этого гада. И теперь вот так вот делаем. Звездочка. И вот теперь все. Три звезды и конфетка скушена. Ну, наконец-то. Фух. Слава тебе, Господи. Видим, что у нас новое достижение. 5000 опыта в наш аккаунт. Выходим в главное меню. На карту. И смотрим, как волшебник опять текает в следующую сказку. Давайте посмотрим, что там за сказка. Ага, там храм огня. Это уже последняя сказка в этой серии «Волшебство Амням». Поэтому, если вы следите за нашими выпусками, и вам интересно узнать, чем же закончится вся эта эпопея с этими сказками, то обязательно посмотрите наше следующее видео. А для этого, чтобы его не пропустить, можете подписаться на канал «Просто Детки». Но также, если вам понравилось данное видео, поставьте лайк, поддержите наш канал и не забудьте подписаться. Надеюсь, всем все понравилось. Всем хорошего настроения, до новых встреч. Пока-пока.